Всем привет! Это третья и заключительная часть нашего маленького путешествия в Кемер. Первая часть у нас заключалась в том, как мы добирались из Анталии в Кемер. Вторая часть — мы обозревали сам город в Кемер и подвели итоги по нашему небольшому путешествию по самому городу. И теперь мы добрались до пляжей Кемера. Сейчас мы находимся в Юрк-парке. Это, так сказать, набережная с выступом в море. Сейчас мы по ней немножко прогуляемся и дальше пойдем и посмотрим, как же выглядят пляжи Кемера. Ну что, пройдемте? Итак, мы миновали порт, то есть обошли его в сторону и подошли к пляжу. И сейчас мы пройдемся вдоль пляжа и посмотрим на его составляющую, сколько там людей и как все это в целом выглядит. Thank you.
Кстати говоря, интересное наблюдение. В Кемерии-то несколько жарче, чем в Анталии. И частично это можно объяснить тем, что все побережье застроено отелями, и продуваемость здесь довольно слабая. К примеру, когда мы были у Ярук парка, это где мы начинали это видео, там более комфортно находиться, так как там более хорошая продуваемость ветра и там более комфортно находиться. Ну а мы постепенно двигаемся дальше. Ну, что можно сказать в целом, прогуливаться вдоль пляжа Кемера довольно приятно, так как тропинка, которая ведет вдоль пляжа, наполнена тенями, и здесь довольно свежо можно пройтись.
Ну вот и подошла к концу наша небольшая прогулка вдоль пляжей Кемера. Как можно наблюдать, на пляжах народа довольно много, часть из них купается, часть из них загорает. Кстати говоря, температура моря сейчас около 26 градусов тепла. Я думаю, водичка очень теплая. Ну и на этом мы будем постепенно заканчивать. Сейчас мы уже поедем домой и будем отдыхать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также вы можете написать свое мнение в комментариях об этом пляже Кемер. И также, отдыхали ли вы здесь или нет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!